20-й какой? А, сегодня 18 декабря 2011 год. Мы с Танечкой, с моей красавицей. Доброе утро. Всем хватит, хватит. Мы стесняемся немножко, потом научимся. Это не стесня... Итак, мы приехали в маленький городок, называется... Таня, как он называется? Касадейко. Нет. Это не Касадейко, это Лейк... Лейк Хелен. Сити Холл, Лейк Хелен. Вот он, Сити Холл, это местный горисполком. Что там говорят? Куда ничего ехать? Ничего не говорит. Вообще ничего не говорит. Чего это повторить? Можно? Можно на бис повторить? Ну? Громко сделай. Сейчас. Так я сделаю громко, на всю громкость. Говори, куда ехать? Сейчас. Мальчик, осторожно. Тут две тетеньки, девочки едут. Поехали. Итак, мы едем в Касадейко. Проверить. Что проверить? Солнце. Чего же она так тихо говорит? Что он нравится? Все, едем, едем, правильно едем. Так, вот такая Америка тоже бывает. Open ресторан, смотри. А, ах, 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 Охайо Авеню, ага, все, Черный рай, Охайо Авеню. Прям деревушка какая-то, мы заехали в какую-то деревню. Вот так вот, Америка, Legend. Turn left, он какой авеню, какая авеню, скажи еще раз. А, все правильно. Все, едем, 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 едем. Мальчик. Вот здесь. Вот так, здесь все. Ага. Все. Здесь. Касадейко. Мэйси Авеню. Чего же у меня такой голос? Она, наверное, не позавтракала у меня тетенька в GPS. Вообще я ее не слышу. Или ночью. Застряли на кофе. Все, дорога тебе. Куда? Домишки здесь, конечно. Маленькие. Я ожидала что-то. Все равно так уютненько. А там нет, там в этой Касадейко там старенькие такие домики, такое все. Вот такое вот все. Ага, я ожидала. Ну, не было ни разу. Красивый. И слышала от всех, что мне здесь так красиво. Нравится. Ну, очень красиво. Ну так, как деревья. Прямо, прямо в лесу, да? Угу. Я бы хотела в такой деревушке жить. Ну. И мы лучше сюда будем приезжать. После трафика, который в Орландии. Ну какой домик, смотришь, все деревянненькое такое. Mm-hmm. И вот в этой Касадейко, вот об этом кампе, там разрешают селиться только тем людям, которые обладают определенными способностями. Умеют предсказывать судьбу, ясновидящие, умеют гадать. Туда вот захочешь купить дом, тебе, ну просто, допустим, если у тебя таких способностей нет, тебе не позволят. Там у них... Ты знаешь об этом, да? Да, я слышала об этом. Вот она, Касадейко. Вот там. Historical since 1900... Какой там, 82-й год? Ой, какой домик красивый. Смотри, какие домики красивые. Ух ты, ну тут прям, это же дом шикарный прям. Да, красивый. Дорогущий прям. Ну, видно, это настоящий предсказатель. Так. Ну, вот мы приехали в эту Касадейко. For sale. О, гараж сейл, посмотри. Пошли что-то купим. Если хочешь остановиться, мы остановимся. Я, в принципе, купить ничего не могу. Так, сайкик виден. Видишь, вот, мы уже приехали. Ага. Так. Вот, я вот этот отель помню, вот все я помню. Вот там мы просто с Дугласом с той стороны заезжали. Все, вот тут пост-офис, видишь? Ну, вот такой малюсенький. Так, туда зайдешь, там вообще кусочек вот такой малюсенький. Так, где-то надо припарковаться. А давай объедем вокруг. Давай
Да, мы посмотрим, так, а потом интересно. Припаркуемся. Вот это у них как бы сити-холл, как бы этот, там магазинчик у них, и там у них встречи, ну, как бы тут отель большой, там ресторанчик. И вот каждый дом, вот смотри, сейчас каждый дом будет написано на каждом доме. Ой, как интересно. Вот я сюда заходила к этой женщине, вот сюда вот. Она... Я такой вопрос, ну, я говорю, ты правда хорошо гадаешь? Она говорит, лучше всех. Вот сюда заходила. Там последняя дверь. Медиум, видишь? Медиум-хиллер. Тут еще они и лечат. И лечат, и гадают, и все что угодно. Так, ну и мальчик, ну куда ты едешь, миленький мой? Давай. Ну он тоже как мы. Такой красивый. Hello. I know, I just say hello. Can I go there? Yeah, you can arrive. Thank you. Have a good day. Yes, dear. Yes, dear. Ты у нас такая дамочка не стеснительная. Сколько ж можно стесняться, Таня? Всю жизнь вот здесь другой. Слушай, действительно, мы поговорили. Дом... Улица называется Spiritualist. Spiritualist. Medium Ship. Надо каждый домик прямо снять. Смотри, какая сказочка. И вот в каждом доме, ага, видишь, медиум. Медиум это, по всей видимости, кто разговаривает с этими умершими, с душами умерших. Так, сзади никого нет, мы можем спокойненько ехать потихонечку. Вот это весь, вот это камп, вот это весь городочек, одна улица. Одна с половиной. Да что ж ты одна? Он прям написано на дверях, Enter. Как бы ты можешь заходить, да? Ну да, ты заходи в любой дом. То же самое. В каждом доме, видишь, вот написано. В каждый дом заходи, везде тебя ждут. By appointment. Anita Evans, Certified Medium, Spiritualist. Closed. She put up that closed. She's closed. Мы сейчас поездим везде, посмотрим. Ага, выберем, да, себе. Я тут уже... даже, видишь, даже название улицы Палмер. Ну, в смысле, ага. по руке. Вот Black Hawk Park. А, это парк. Ну в этом парке у них дома тоже, они люди живут. Там какое-то озерцо, что ли? Класс. Вот люди неплохие деньги зарабатывают. Сюда, представляешь, едет не только вся Флорида, а вообще вся эта. Да? Я не знала, вся что Америка. Ездят люди со всей Америки. Да, сюда. Тут. Тут вообще они супер, ну, такие как мы. А какие мы счастливы, что мы прямо здесь рядышком живем. Кто любит гадать. А смотри, какой красивый этот цветет. Это кактус какой-то. Кактус какой. Я хочу оторвать кусочек. Не ой, надо. Какой шикарный. А там он валяется, наверное, от этот. Наверняка. Я все время езжу и подбираю эти кактусы. Езжай. Давай будем смотреть. Вон этот кактус тебе не нужен. Ладно. Деревушечка такая прямо. Красиво. Смотри, такой... апельсинов сколько, посмотри, полное дерево апельсинов. Я такой еще в Америке не видела, такую деревушку, да. Знаешь, прям все как, ну, как у нас в России, uh-huh. такие маленькие домики. Так уютненько. Я почему спросила, я могу туда ехать? Я думала, ну что-то туда одностороннее движение. Видишь, улочки такие узенькие. Маленькие, да. Здесь надо пропускать. Да, думаю, сейчас поеду это, по встречному. Изи. Игрушечные keep домики, up. Посмотри. Изи китар. Это что значит? Ух ты, горы, прямо как в Ялте у нас. Вот. Медицин Хилл Парк. Вот посидишь вот там и выздоровеешь сразу. Видишь? Лечащий парк. У них на каждом домике есть какая-то, что там, надпись какая-то. Класс. Так, вот тут что там написано, да? Занчи. 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 Такие раскрашенные все домики, заборчики такие, элитненькие. Ой, как здорово, прям холмы, настоящие холмы.
А там вот, видишь, руки, там по рукам, видимо. Да-да. Так, нам надо выбрать, куда мы пойдем. Ну мы это, ты припаркуешься, а мы выйдем просто. Поговорим, поспрашиваем. Ну ты будешь говорить, спрашивать. Какой для них интересный. Я стеснительна. Да ладно. Слоттер, что такое слоттер? Не знаю. Слоттер. Никого там не пищат быстро. Может, мы... Что ты хочешь? Может, это нас ждут в этом хаосе. Я хочу пить. Ай, ты на транслейшн? Слоттер, это что-то мне такое знакомое. Слоттер, это, по-моему, это там, где убивают этих животных. Слоттер, я знаю. Это, Первое С. Это слоттер, это где животных убивают. Бойня. Да нет. Кровельщик. Да? Извините. Кровельщик. Я что-то думала, слаттер. Я думала, что это бойня. Нет, нам кровельщик. Нам нужен кровельщик? Нет. Мне нам не нужен кровельщик. Нам нужно что-нибудь такое светлое, ясное, знаешь. Ладно. Раз кровельщик нам не нужен, поехали дальше. Смотри, сколько этих birds feeder parking. Вот там что-то написано. It's. А вот написано что-то. Ладно. We are armed. Psychic. Psychic. Psychic — это ясновидящий. Do you really want to miss mess with us? Что-то угрозы какие-то нам не надо. Mess with us. Мы хорошим поедем. А тут что-то вообще грязюка такая. Две. Вот опять апельсины, мандарины. Целое дерево. Здорово. Я открою окошко. Открывай, да, конечно. Мы же медленно едем. На улочке даже прохладненько. Вот тебе и вся Касадега. Да, я ожидала, что такое большое, наверное, я не знаю. Ну, но очень вот, интересно. Да, скажи, вот в этом даже есть какая-то своя такая прелесть. Вот да, такой вот, очень интересно. Такое все махонькое, такое все старенькое, такое все такое косолегое. Так, крупка, что-то мы сделали. Вот тут хорошенький дядечка вот в этом домике. Я когда приходила, я ему говорю, ты мне правда всю правду скажешь? Он говорит, все правду скажу. Вот тут. Там у него магазинчик сразу. Да. Ну давай мы припаркуемся. Ну, если честно, я бы пошла, конечно, к женщине. И мы будем походить здесь. Сейчас. Где нам лучше припарковаться? Здесь можно припарковаться, ничего, никаких пацанов нет. Нет, так, тут, нет, тут, наверное, полицейских даже нету. Нет, здесь вот пишет, вот, no parking, но здесь ничего нет. Ты можешь парковаться вот здесь. Вот. Ага. Hello. Я вот тут рядышком с девочками припаркую. Хорошо. О, как хорошо. Смотри, как мы с тобой спали. Оп. Супер.